Будем начинать. Все, кто еще не успели подключиться, будут подключаться к нам в процессе. Еще раз добрый день всем. Вы смотрите пресс-конференцию специального докладчика ООН по правам человека в Беларуси Анаис Морен. Спикер представит новый доклад, посвященный белорусам, которые были вынуждены покинуть страну и не могут безопасно вернуться из-за нарушений прав человека в Беларуси. Меня зовут Наталья Гантиевская, я представляю Белорусский пресс-клуб и модерирую пресс-конференцию. Буквально несколько организационных моментов, прежде чем я передам слово спикеру. Рабочие языки пресс-конференции – английский, русский, а также белорусский. Спикер будет говорить на английском. Остальные участники могут задавать вопросы на английском, русском или белорусском. С нами работает переводчик. Продолжительность пресс-конференции примерно 1 час. Сначала госпожа Анаис Морен представит свой доклад, затем будет сессия вопросов и ответов. Свои вопросы на любом из указанных рабочих языков пишите, пожалуйста, в чат. Во время выступления спикера прошу всех отключить свои микрофоны. Это поможет избежать лишних шумов. И сейчас передаю слово специальному докладчику ООН по правам человека в Беларуси Анаис Морен. Анаис, пожалуйста. Наталья, I was speaking English indeed. Наталья, спасибо. Я буду говорить по-английски. Прежде всего, хотелось бы поблагодарить пресс-клуб Беларусь за то, что пригласили меня сегодня. Я очень рад за эту возможность выступить и обсудить с представителями СМИ свою работу и последний отчет, который вчера вечером я презентовала перед Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке онлайн. Прежде всего, позвольте мне напомнить вам несколько вещей о мандате моем, чтобы вы понимали, почему я не могу ответить на все вопросы, которые у вас могут появиться. Прежде всего, я работаю в рамках резолюции, которая возобновляется каждый год Советом прав человека ООН и которая четко определяет мои обязанности и прерогативы. Спецдокладчики опираются на специальные процедуры Совета по правам человека. Это орган независимых экспертов и механизмов по мониторингу ситуации, которые направлены на работу в конкретной стране, с конкретной ситуацией, как, например, с Беларусью, или в таких странах, как Мали, Сирия, Северная Корея и так далее. Или тематические аспекты. Мы рассмотрим там 60 разных держателей мандатов в сфере по правам человека. Мы работаем на волонтерских, на добровольной основе. Это означает, мы не являемся сотрудниками ООН, не получаем зарплату за свою работу. Все, что мы говорим, означает, что не влечет ответственности ООН. Это означает, что, тем не менее, я должна быть дипломатичной. У нас есть ряд ограничений, которые описываются в кодексе поведения ООН для держателей мандата вроде моего. И из-за этого мы должны соблюдать принципы профессионализма, независимости, беспристрастности, нейтральности, объективности и так далее. И поэтому я должна работать напрямую с правительством Беларуси, которое отвечает за выполнение обязанностей страны в сфере прав человека. Однако позиция правительства Беларуси не сильно менялась с запуска мандата 2012 года, а именно политика не вовлечения и не признания. Это означает, что у меня нет доступа к Беларуси. Уже 4 года мне не позволяют туда приезжать. К сожалению, для меня это меня очень расстраивает. Также мы заметили, что определенную тенденцию за последние 2 года, скажем, последний год точно, а именно, что правительство практикует политику пустого места или пустого стула, где
например, я презентую свои материалы в Женеве или в Нью-Йорке. В принципе, мы не можем таким образом достичь конструктивного диалога, несмотря на мои усилия. И правительство Беларуси бойкотирует эти заседания. Там нет делегатов из Беларуси или представителей стран, которые бы тоже выступали за защиту прав человека, к сожалению. То есть это больше похоже на монолог. И вчерашняя сессия показала, что обсуждение со странами, которые поддерживают мандат, которые не все равно на ситуацию по правам человека, происходит именно вот в таком формате. Несмотря на все вышесказанное, тем не менее, у меня есть возможности в рамках системы ООН коммуницировать свою озабоченность относительно ситуации в Беларуси. Это, прежде всего, конечно же, ежегодный отчет ООН, который я презентую каждый год на Генассамблее ООН. Он тематический, я могу сама выбирать тему и могу углубляться в систематические, описание систематических системных проблем, которые накапливаются в определенной сфере в течение многих лет. Например, первый год после своего назначения я посвятила свой отчет правам человека в контексте избирательных систем, избирательных процессов 2019 года. И потом, как мы знаем, были выборы, после которых были репрессии. Я видела, что если права человека будут нарушаться после выборов, будет очень небольшой шанс, учитывая ситуацию с независимым судом и минимальными гарантиями по беспристрастному суду, очень мало людей могут быть привлечены к ответственности за эти нарушения. В 2021 году тема была «Права человека, женщин и девочек», потому что мы помним, что после 2020 года женщины, в частности, и политические активисты, и лидеры оппозиции сыграли очень важную роль, и за это заплатили очень большую цену за свое желание защищать права человека в стране. Учитывая эти приоритеты, в этом году я выбрала тему «Права белорусов в изгнании», потому что в этом отчете я очень много об этом писала, очень много людей из-за ситуации с правами человека в Беларуси бегут из страны. Сейчас поделюсь с вами выводами, находящимися в этом отчете. Главные связаны с пуш-фактором, так называемым. А именно, мы концентрировались на описании репрессий и климате страха, который не дает людям безопасно вернуться в страну, тем, которые уже уехали. Методологически я должна напомнить вам, что, несмотря на то, что мы попытались, мы, это я и члены моей команды в Женеве, мы попытались определить конкретные цифры в течение всего года. Мы попытались оценить реальное количество людей, которые покинули Беларусь, но мы не смогли уточнить, получить точные цифры, потому что у каждой страны, в которую уезжали Белоруссия, есть свои правила по обнародованию этой информации. Это связано в том числе и с количеством виз, которые были выданы. И сложно сказать, это полмиллиона или миллион. Вот мы поэтому решили не давать конкретных цифр. Еще один выбор, который мы сделали для того, чтобы собирать информацию, и учитывая, что я не могу поехать в Беларусь, заключается в том, что я смогла уехать в другие страны, посетить другие страны, где Беларусь находится в изгнании, и провести непосредственные опросы, интервью там с людьми, смогла узнать у них, какие у них трудности там, на местах. И впервые для того, чтобы защитить наших источники, мы решили сохранить их анонимность. Обычно в отчетах мы называем людей, конечно, с их согласия. Но в этом конкретном случае даже
этот подход мог поставить опасную ситуацию их или их членов семей, которые находятся в Беларуси. Говоря о пуш-факторах, и я потом продолжу рассказывать о рекомендациях и практических решениях, которые, на мой взгляд, помогут ограничить нарушение прав человека, которые продолжаются после того, как люди попадают в изгнание. Во-первых, в плане эволюции трендов последние несколько лет мы заметили следующее. После мирных протестов 2020 года многие люди, 35 тысяч, согласно нашим исследованиям, были задержаны по политически мотивированным делам и получили административные приговоры, штрафы, административные задержания длилось 15 дней или дольше. Выражение неудовольствия и несогласия онлайн и офлайн наказывалось. Сейчас ситуация пришла в четкое уголовное наказание. Несогласия. И теперь используются для этого такие слова, как терроризм, например. И второй тренд, который мы заметили, в самом начале сначала было много преследований людей, были угрозы, запугивания, но теперь политика правительства Беларуси похоже, что похожа на очистку. Они пытаются очистить гражданское общество от элементов, которые не нравятся правительству Беларуси. Это означает, это юристы, которые защищают людей, которые попадают по политическим обвинениям, они теряют свои лицензии, закрываются и ликвидируются права правовой организации, которая занимается защитой прав человека, налоговые органы приходят с обысками, фискальные органы приходят с обысками. Это означает, что создается атмосфера страха в стране. Третий элемент, который мы заметили, это в августе 2020 года были случаи, когда очевидные политические оппоненты были, можно сказать, вытолкнуты за границу, их привозили на границу, и это известный случай с Тихановской или, например, с Колесниковой, которая порвала свой паспорт и таким образом не смогла, не поехала в Украину. И с тех пор она находится в заключении за решеткой. И была последняя политика направлена на то, чтобы выталкивать людей за границу. Здесь я ссылаюсь на официальное заявление главы государства. Здесь были два варианта у людей, или отправляться в тюрьму, или заниматься самоцензурой. Белорусы выбрали третий вариант, а именно они решили уехать из страны. Иногда это делалось, если люди понимали, что им угрожает опасность, а именно очень часто люди не могли конкретно описать угрозу для себя. Они просто чувствовали, что когда все их коллеги или члены того же телеграм-каналов начинают вызываться ГКБ на беседу или увольняться, их начинают, им начинают запугивать. Люди понимали, что время для них уезжать. И вот это мне сказали во время интервью люди. Некоторые думают или думали, что это будет временно, что в какой-то момент они смогут вернуться, поэтому они ничего с собой не брали. Поэтому когда вы очень быстро собираетесь и не знаете, в чем вас могут обвинять, какой у вас статус юридически, вы свидетель или обвиняемый в каком-то деле, может, в уголовном деле, это обычно власти не уточняют, поэтому у вас, по сути, нет письменного подтверждения репрессий против вас, и когда вы подаетесь на какой-то статус, политическое убежище, вы пытаетесь оправдать свою ситуацию, от вас требуют эти документы. Четвертый элемент, который очень беспокоит нас, заключается в том, что 2 года назад людям не давали протестовать, их запугивали. Сейчас политика больше похожа на месть.
как будто бы государство хочет отомстить людям за то, что произошло в 2020 году. Власти занимаются охотой на ведьм. Они пытаются наказать всех тех, кто попытался или посмел критиковать правительство и их политику, а также тех, кто критикует роль, которую играет Беларусь в российской агрессии в Украине. Как я уже говорила, специальные усилия делаются для того, чтобы показывать диссидентов как опасных экстремистов, террористов, которые являются угрозой для страны. Это делалось через изменение Конституции, 27 числа это сделалось. И люди, которые получили социальные преимущества или защиту в других странах, например, карта поляк, они не могут таким образом претендовать на место президента в Беларуси. В мае было расширение действия смертной казни на людей, которые являются частью террористической группы, или это было направлено на то, чтобы наказать железнодорожных партизанов, которые пытались саботировать движение российских войск по территории Беларуси по железной дороге. И против них, собственно, и были выдвинуты обвинения в терроризме. Сейчас готовится законодательство, которое сделает так, что суды будут проходить заочно против людей, которые находятся в изгнании. То есть люди не могут получить право на частный суд. Они будут, и вполне возможно, что у них потом будут забирать гражданство, и люди с тобой становятся негражданами. Я попыталась уточнить в международном законодательстве, есть ли что-то, что может изменить ситуацию. То есть нам нужно понимать, каким образом правительство Беларуси пытается что-то тут изобрести. И все категории попадают под давление, не только представители оппозиции, а это гражданские активисты, правозащитники, конечно же, большинство из них работают сейчас в изгнании, юристы, работники сферы культуры, медицины, науки, СМИ. По сути, никто не может чувствовать себя в безопасности. А также не щадят их родственников. Мы видим, как люди говорили нам, как они боятся за своих детей, родителей, родственников, которые стали в Беларуси, потому что они также подвергаются угрозам и запугиванию. Например, допустим, если происходит обыск в квартире, там находят книгу, которая находится в списке экстремистских материалов. Пожилые родители, которые не знали, которые дали даже о том, что находится такая книга у них дома, могут подвергаться уголовному преследованию. Также люди, которые живут за границей, сообщают нам о том, что в изгнании сообщают нам о том, что проводились рейды в их недвижимости. Переходим к проблемам, к которым люди сталкиваются в изгнании. И, конечно, я тут должна это говорить правительству Беларуси, но надеюсь, что я думаю, что несмотря на то, что отчет концентрируется на пуш-факторах, я думаю, что они будут интересны широкому кругу слушателей. Несмотря на ужасную ситуацию в регионах из-за войны в Украине, в самом регионе, белорусы уже давно находятся в листе ожидания. Например, гуманитарная помощь очень важна для белорусов, включает в себя не только медицинскую помощь, но и психотерапевтическую. Это рекомендации очень приземленные. Мне бы хотелось, чтобы сейчас правительство инвестировало в то, чтобы растить новых психологов, чтобы смогли давать помощь людям, которые нуждаются в психологической, психотерапевтической помощи. Поэтому я очень благодарна за помощь странам, которые оказывают эту гуманитарную помощь и поддержку. Я думаю, что можно всегда делать больше. Мы не можем их
обвинять, потому что они не очень понимают, что происходит в Беларуси. К тому же сейчас у них там поток мигрантов. Из-за этого им сложно понять, кого и как поддерживать, какие ресурсы на это выделять, в том числе и временные. Второй приоритет связан с легализацией. Это связано не только с получением виз, но и выдачей видов на жительство, разрешение на работу, социальную защиту для людей, членов их семей. И здесь нужно быть гибкими, потому что очень часто белорусы, которые, как я говорила, убегают в ППХ без некоторых документов, они не могут пойти в свое консульство и там их получить. Стратегическое планирование крайне необходимо в данном случае, также поскольку гуманитарные визы, они даются на один год, когда они истекают. Многие люди не знают, что делать. Они все еще боятся возвращаться в Беларусь, и это понятно, почему. Есть очень большие листы ожидания, поскольку правительства стран, в которых они сейчас оказались, получают очень много запросов, и у них ограниченное количество людей, которые могут обрабатывать эти запросы, поэтому на это нужно больше времени. В настоящее время белорусские паспорта имеют определенную специфичность. Их выдают на 5 лет, когда паспорт заканчивается или когда нету больше пустых страничек. Допустим, человек много до этого перемещался. Обмен данного паспорта на новый возможен только если у человека есть постоянный вид на жительство за границей, то есть не временно. Если у вас есть временный, и вы идете в консульство, вам говорят, идите, езжайте в Минск, и там меняйте паспорт, и ждите несколько месяцев. Насколько я понимаю, это может занять очень много времени. И люди не чувствуют себя в безопасности, потому что, например, те, которые возвращались для того, чтобы похоронить родственников, их задерживали прямо в аэропорту. А люди, которые ездили в страну с безвизовым режимом для белорусов, таких как Украина и Грузия, и оттуда подавались на визу ЕС, тоже сталкиваются с проблемой, потому что не все страны имеют рабочие консульства там. Также в виде люди, которые убежали от войны в Украине. Традиционно Украина приютила очень большое количество людей, которые уехали после 2020 года. После того, как им надо было опять переезжать из Украины, только те, кто уже имел постоянный вид на жительство в Украине, могли получить временную защиту в странах ЕС. Другие белорусы, которые не могли податься на гуманитарную визу, смогли остаться всего лишь на 14 дней, как африканские студенты в Харькове. Поэтому у меня вопрос, что бы случилось, если белорусские экстремисты, это такой знак качества, теперь если тебя называют экстремистом, террористом, значит, ты хороший человек. Что будет, если они что с ними случится, если у них заберут гражданство белорусское? Тогда властям стран, в которых они находятся, придется решать эту проблему. В плане практической помощи я рекомендую создавать бизнес-хабы, медиа-хабы и предлагать больше стипендий журналистам, студентам, художникам. После пандемии мы теперь стали цифровыми кочевниками все, и, к счастью, многие белорусы могут работать, в том числе в ситуации защиты прав человека из-за границы, но для этого нужна финансовая поддержка и, конечно же, спецмеры, направленные на каждую целевую аудиторию, особенно в странах, которые не очень знают, как создать такие хабы, например, Польша. И белорусам нужно, конечно же, возобновить и наладить отношения друг с другом в третьих странах, потому что вполне возможно, что они не смогут в ближайшее время вернуться в Беларусь. Это означает, что проекты могут быть рассчитаны на
поддержку белорусской культуры, языка в случае людей в изгнании. Здесь хотелось бы дать простой пример, рекомендацию. Это экстремистская литература, так называемая, которая создает опасность для тех, у кого она находится в Беларуси, она нужна людям, которые белорусам, которые живут за границей, для того, чтобы они могли запустить школы или попасть в библиотеку. Я надеюсь, что правительства этих стран помогут эту литературу им доставить. Спасибо большое, я рада ответить на ваши вопросы. Анаиз, благодарю вас за доклад. Еще раз призываю, уважаемые участники, вы можете написать свои вопросы в чат, и мы обязательно их озвучим. А пока я задам те вопросы, которые люди указали при регистрации. И один, Анаиз, как раз касается, вот вы сейчас как раз говорили про паспорта, про ситуацию с белорусскими паспортами, и один из участников спрашивает, есть ли или, возможно, появятся какие-либо рекомендации для правительств таких стран, которые не всегда лояльно относятся к белорусам, которые находятся в изгнании, и есть сложности с административными процедурами и по легализации. Так вот, есть ли какие-то рекомендации для таких правительств, как действовать в таких ситуациях, если белорусы не могут безопасно вернуться? То есть, возможно ли какие-то послабления, улучшения, изменения? Any specific country, namely. Я не могу конкретно говорить о какой-то стране четкой, потому что я закладчик по Беларуси, однако я благодарю всех тех, которые представили информацию о конкретных проблемах в третьих странах, с которыми они сталкиваются. Опять же, паспортные проблемы — это одни из проблем. К сожалению, с 24 февраля были заморожены некоторые банковские счета из-за санкций белорусов или, например, соглашения о студентах, помощи студентов были расторгнуты, то есть белорусы не смогли некоторые получить визы для перемещений. Последние месяцы я видела, как ситуация развивалась, и могу просто рекомендовать правительствам этих стран, третьих стран, почитать мой отчет и помочь через этим людям, белорусам, живущим в этих странах, через организации, которые занимаются правами человека. Потому что, конечно, сложно тут говорить о лояльности, но в плане солидарности и учитывая тот факт, что большинство людей, которые подаются сейчас на визы, хотят гибкости в легализации своего статуса. Они подаются в ситуации, когда они не хотят злоупотреблять системой. Возможно, они не очень хорошо знают, как работает система. Я имею в виду правила Шенгенского соглашения, которые могут быть не сразу понятны, но, тем не менее, их можно постараться понять и хорошо с ними обойтись, поскольку права человека универсальны, и они, в принципе, распространяются на всех. И как только на вашей территории появляется человек, вы можете с ним соответствующим образом обращаться. Спасибо. И у нас есть первый вопрос в чате. Он на белорусском языке. Есть ли сейчас какой-то... Ці ёсць цяпер нейкая супраца з беларускімі дзяржаўнымі органамі па лініі ААН? Калі такая супраца і камунікацыя захоўваецца, то якія пытанні падымаюцца і вырашаюцца? Uh,
Очень важный вопрос. Как я уже говорил в начале, к сожалению, правительство Беларуси продолжает преследовать политику невзаимодействия и непризнания. К сожалению, я пыталась это делать через формальные и неформальные каналы, выйти с нами на контакт, но мне, к сожалению, никто не ответил, никто не был в этом заинтересован. Я могу представить только два канала, которые остаются. Первый — это не через меня, это в рамках так называемого периодического обзора механизма Совета по правам человека, может рекомендовать что-то другому, другой стране-члену. И именно таким образом я даю свои рекомендации Беларуси. Что касается давнишней работы через этот канал, мы видим, что Беларусь принимала некоторые рекомендации своих дружественных стран, но, конечно, для Беларуси есть не очень приемлемая, не очень приятная тема, как права женщин, смертная казнь и так далее. Очень важно, чтобы правительство не только предлагало улучшения и реформы, но также предлагала свою помощь. И это, в принципе, могу делать я, если правительство Беларуси захочет со мной сотрудничать. Помощь в нахождении практических решений, потому что если правительство показало, я вот этого не видел, но если в какой-то момент оно покажет, правительство Беларуси, желание улучшить ситуацию, возможно, я смогу предложить свое видение и свои решения для того, чтобы Беларусь могла соблюдать свои международные обязательства. Второй канал, который мы используем, это специальные процедуры, называются коммуникации. Это называемое так для писем с так называемыми обвинениями. Я их высылаю, эти письма правительству Беларуси, по конкретным кейсам. Индивидуальным кейсам, о которых я получаю информацию, или через жертв нарушения прав человека, их представителей, юристов, или через правозащитников. И я использовал этот инструмент довольно много раз. Ежемесячно высылали таких писем. И это непростой механизм, который задействовала, жестко забюрократизированный. Поскольку мне нужно было получить подпись для этого, здесь я пытался добиться от людей ответа, потому что когда я пишу одна, правительство не ответит, но когда мы пишем вместе с коллегами, правительство отвечает им, не мне, а им, так скажем, тематическим держателям мандата, что он нам мой. И мы обнаружили за последний год, что белорусское правительство перестало отвечать на эти письма. Не то чтобы они сильно взаимодействовали с нами через этот канал ранее, потому что мы конкретно поднимали вопросы о конкретных людях. Мы писали, знаете ли вы, что вот этот человек вот был незаконно задержан, что вы делаете для того, чтобы защитить его права. Но, по крайней мере, я думаю, что это был такой педагогический момент. Мы помним вот эти письма. И, в принципе, нам говорили, мы писали, что если это действительно так, то, что нам рассказали, то существуют такие-то конвенции, которые вы нарушаете, если таким образом обращаетесь с людьми. Мы перечисляли определенные статьи и конвенции, с которыми белорусское правительство должно было соблюдать. По крайней мере, эти документы шли через МИД, через администрацию президента, когда они готовили ответы, они писали ответы вроде того, что мы никого, ничьи права не нарушаем. По крайней мере, они эти конвенции читали, ознакомились с ними. Я не думаю, что судьи белорусские знакомы с международными конвенциями.
Сейчас политика, видимо, такая, что они полностью игнорируют эти письма, не отвечают. К сожалению нашему. Ну, в принципе, это все, что я хотел сказать, наверное, по этому вопросу. Благодарю. И следующий вопрос. Правительство Беларуси заявляло о намерении денонсировать факультативный протокол о подаче индивидуальных сообщений в Комитет ООН по правам человека. Можете ли прокомментировать это? Каковы будут последствия для властей в случае денонсации протокола? Да, действительно, это очень важный аспект, очень важный тренд. В принципе, я не могла комментировать его до того, как законодательство будет принято, но это было совершено. И Комитет по правам человека, который мониторит имплементацию государствами международного пакта о гражданских и политических правах, прокомментировала ситуацию и написали правительство Беларуси, выражая свою озабоченность, поскольку если этот закон подпишется президентом и вступит в силу, это будет означать, что Беларусь утратит ключевой инструмент по защите прав человека в том плане, насколько этот протокол дает возможность лицам писать, конкретно пытаться защитить свои права в рамках конкретных кейсов. То есть в случае, если этот международный пакт нарушается, то белорусы уже не смогут обращаться в международные органы защиты. Из того, что я поняла, комитет постарается очень сильно убедить белорусское правительство не денонсировать этот протокол. Но мне кажется, что вряд ли это приоритетная политика для правительства Беларуси сейчас. Они также продолжат поднимать вопрос о петициях и обрабатывать петиции, которые к ним будут высылаться, по крайней мере, в течение года. Есть несколько прецедентов. Ямайка денонсировала этот протокол в какой-то момент. Но для членов комитета, для экспертов, это является проблемой, поскольку у них большое количество кейсов, случаев, которые можно проанализировать, на это требуется время, и Беларусь находится в топе таких случаев и кейсов. Это означает, что в Беларуси есть проблема такого характера. И уровень образования белорусов, которые знают о существовании этого механизма, который они могут использовать для того, чтобы получить международную защиту, которую они не получают у себя дома. Это также показывает нам об этом. Благодарю. И озвучу следующий вопрос. Он касается польской диаспоры в Беларуси. Есть ли сотрудничество ООН с представителями польской диаспоры в Беларуси? Есть ли какие-либо новости о ситуации с арестованными польскими активистами? Пытается ли ООН помочь их делу? Из-за высокого уровня притеснения польской диаспоры есть ли какое-то особое сотрудничество с польским меньшинством, когда речь идет о возвращении в Беларусь? Ну, я не представляю ООН непосредственно, я всего лишь эксперт, которая описывает ситуацию с правами человека в Беларуси. И, конечно же, ситуация с польскоговорящим меньшинством в Беларуси вызывает озабоченность нашу. Мы уже достаточно долго мы многократно высылали письма, а об этой ситуации поднимали вопрос о ней, о ситуации вокруг польских школ, о задержании журналистов. И поэтому мы, как
спецпредставители обращали на это внимание, и я слышал, что польское правительство также пытается привлекать внимание к этим случаям на всех заседаниях ООН. А как именно ООН реагирует и взаимодействует с польской диаспорой в этом смысле, я не знаю, не могу сказать. И как спецдокладчик, я, в принципе, могу пытаться узнать, что происходит в ситуации с вопросами, которыми я занимаюсь. Нарушаются ли международные конвенции и права людей? Благодарю, Анаис. И сейчас зачитаю вопрос, который нам оставили предварительно при регистрации. Угроза суровых тюремных рисков за участие в мирных демонстрациях. Онлайн-комментарии. Считаются ли эти факторы достаточно важными при оценке просьб о получении защиты убежища? Могут ли они таковыми считаться? Я понимаю вопрос, но, опять же, я не могу отвечать за тех людей, которые анализируют эти запросы. Белорусы, которые пытаются получить политическое убежище в странах, где они оказываются, имеют право на это. Это обязанность третьих стран обрабатывать их заявки. Международное законодательство предоставляет защиту людей, которые подверглись опасности на основании политических репрессий. Именно поэтому существует принцип, согласно которому люди, которые находятся в изгнании и пытаются получить политическое убежище, из-за боязни вернуться домой, они имеют право не выдворяться силовым образом из этой страны. В Беларусь, допустим, в данном случае, где им может грозить опасность. Как я уже говорила, оценка уровня этой опасности является субъективной. И я не могу здесь конкретно ничего говорить. Тут каждое государство само должно решать, на основе чего они могут давать убежище. Моя роль, опять же, заключается в том, чтобы повторить, что нарушения прав человека в Беларуси реальны, что люди, которые выражают свое недовольство или критикуют онлайн, подвергаются такой же опасности, как люди, которые участвовали в мирных протестах. И дело не в том, что у нас нету, когда была телевизионные, например, трансляции во время на YouTube-каналах, когда белорусские журналисты могли снимать видео того, как арестовывают людей во второй части 2020 года. Весь мир видел, что действительно вот это происходит, незаконное нарушение прав человека, свободе собрания. Когда администратор или создатель телеграм-канала, а многие из них были созданы после пандемии, непосредственно после выборов, но перед ними, когда граждане чувствовали, что их права ущемляют по защите их здоровья в случае с ковидом. Именно тогда появились телеграм-каналы для того, чтобы помочь медикам, давать им больше масок и средств индивидуальной защиты, чтобы информировать друг друга о том, что есть какие-то вспышки инфекции, что нужно оставаться дома и так далее. И представьте, что сейчас любой модератор, администратор или создатель
такого телеграм-чата, который теперь уже считается экстремистским, как, например, это дворовые чаты, где люди обсуждают, как высылать письма незаконно задержанным гражданам. Вот этот человек может теперь же попасть под суд, под экстремистскую деятельность и действительно может подвергнуться уголовному преследованию. Поэтому теперь уже не важно, это онлайн или офлайн. Важно теперь помнить, что любой человек находится в опасности, и средства, которые используются для того, чтобы идентифицировать человека и всех тех, кто находится в этой экстремистской сети, очень сильно развиты. То есть люди, когда подвергаются такой опасности, у них есть, допустим, несколько минут перед тем, как к ним придут в 6 утра и постучатся в дверь. У них есть пару минут, чтобы уничтожить все эти свидетельства и выслать какое-то сообщение, например, что «отпишитесь от меня, чтобы защитить тех людей». Если этого не сделают, то в данном случае могут у людей арестованных даже забрать детей. И так вот, по крайней мере, говорят правоохранительные органы, запугивая людей. Дайте нам пин-код, и таким образом они могут увидеть всех членов какого-то чата. И нужно понимать уровень опасности, который подвергаются люди в Беларуси. Благодарю, Анаис. И у нас еще есть немного времени. Коллеги, если у вас есть какие-либо вопросы, комментарии, пожалуйста, воспользуйтесь возможностью и задайте их госпоже Анаис Марин. А я пока озвучу один из последних вопросов. Возможно, он провокационный, возможно, философский, но я его все-таки озвучу, Анаис, а уже как вы посчитаете на него ответить. Не кажется ли вам, что ООН никак не может повлиять на то, чтобы белорусы смогли скоро вернуться, безопасно вернуться в Беларусь? Да, это скорее философский вопрос. Я думаю, что у всех должно быть право жить в стране, где они хотят, которую они выбирают. Но опять же, вы знаете ограничения ООН как организации. Это межправительственная организация. И поэтому она является отражением того, как ее видят другие страны-члены. Те страны, которые уважают права человека, конвенции, которые страны подписывали, они в меньшинстве. В таких ситуациях, тяжело ООН повлиять значительно на отдельные правительства. Случай с Белоруссией очень давно активно обсуждается Советом по правам человека ООН. Поэтому я надеюсь, что существует надежда, что прогресс может быть достигнут в этой сфере. И хотелось бы напомнить, что существует второй мандат, который отличается от моего, который появился в результате резолюции в марте 2021 года. Называется он специальный мандат по дополнительной работе с Беларусью. То есть Верховный комиссар ООН получил рекомендацию от Совета по правам человека ООН запустить новый мандат. Тут вопрос не о нарушениях 2020 года в рамках законодательного процесса. Это всего лишь попытка получить информацию о нарушениях прав человека, уточнить их
И это все делается на основе интервью, которые проводились с экспертами, командой экспертов, которые работают в рамках этого механизма, я их тоже поддерживаю, предоставляю информацию, которая у меня есть, которую я получаю непосредственно от жертв, в том числе по телефону. В 2020 году, и согласно резолюции, Верховный комиссар с нашей поддержкой, с поддержкой независимых экспертов, она, сейчас это он, должен работать для достижения целей, которые связаны с идентифицированием виновных, идентификацией виновных и компенсацией для жертв. Я думаю, что самые серьезные нарушения, связанные с правами человека, будут расследованы. Конечно же, это похищение людей, несудебные заседания и обвинения, а также пытки, которые происходили в Беларуси в 2020 году и позже. Будет ли независимая судебная связь, судебная власть в Беларуси, они каким-то образом, возможно, смогут получить информацию от команды экспертов. Возможно, для этого будут созданы специальные трибуналы, потому что Беларусь не является членом международного суда, главного суда. Однако есть страны, которые признают международную юрисдикцию, и конкретно обсуждают самые серьезные преступления, вроде геноцида или в таком случае, поскольку люди, которые находятся в изгнании, являются или свидетелями, или жертвами таких преступлений, есть страны, которые признают международную юрисдикцию. Это означает, что их суды и прокуроры имеют возможность опросить людей, жертв этих, и узнать то, о чем они, что они прошли. Другая проблема заключается в том, чтобы надо дать организаторам этого всего, которые совершили преступление, находящиеся в Беларуси, как-то себя, может быть, защищать, но они находятся под защитой правительства Беларуси. К тому же эти судьи чаще всего не смогут приехать в страну, в третью страну, которая может призвать их к ответу из-за того, что им не выдаются визы. Но, в принципе, я уверен в том, что до того, как этот процесс запущен, и преступники почувствуют давление на себя, подвергаться риску, они, к сожалению, не будут останавливаться, не будут прекращать совершать преступления в сфере прав человека. Эти нарушения имеют системный характер, и они чувствуют, что они могут это делать совершенно безнаказанно. Уважаемая Анаис, благодарю вас за такой развернутый ответ. У нас в чате еще появились 4 вопроса. И сориентируйте, пожалуйста, сколько у нас есть времени, чтобы я понимала, успеем ли мы озвучить, либо все-таки выберем какой-то один или два. Все-таки один вопрос, или мы все озвучим? Возможно, тогда я на ваше решение, какое бы вы хотели, они в чате все перечислены, на какое вы точно готовы ответить, выберите, пожалуйста. И... Вопрос Эрасмуса. Действительно, я работаю в рамках мандата. Пускай
объявление войны и национальное освобождение кого против кого, если это как-то связано с конфликтом в Украине, это не моя сфера компетенции. Для этого есть другие механизмы в рамках ООН. Это действительно вопрос провокативный. Алан Флауэрс, я рада, что вы к нам присоединились сегодня. Вопрос, который поднимаете, связан... Как я уже говорил в ответе на один из вопросов ранее, вопрос лояльности и несимпатизированию, он очень субъективный, но это прерогатива стран изучать в рамках своего законодательства запросы на убежище или любую другую защиту или на вид на жительство, доставленное белорусами, который находится в изгнании. То есть здесь я не могу комментировать на эту ситуацию. Опять же, я повторюсь, что обычно обвинения... Люди не просто так уезжают из страны. Однако есть вот представители IT-сектора, которые уехали из Беларуси, поскольку не могли там уже вести дела, особенно после начала военных действий в Украине и осложнений, связанных с включением SWIFT, у них есть возможности начать новую жизнь, получить приглашение от потенциального работодателя или быть релоцированным их работодателем. Я бы не сказала, что они являются непосредственными жертвами нарушения прав человека. И насколько я знаю, что статус, когда вы подаетесь на международную защиту, не позволяет вам работать. То есть это конкретные кейсы, которые должны отдельно рассматриваться соответствующими властями. В настоящее время, я думаю, что очень важно убедиться в том, что жертвы нарушения прав человека не будут виктимизироваться и не будут страдать от нарушений их прав в третьих странах. Мы об этом тоже слышим. То есть белорусы подвергаются дискриминации или особенно с февраля 22 года белорусы получают свою сторону язык ненависти, слушают его. И поэтому государство и правительство имеют обязаны делать так, чтобы это не происходило в их соответствующих странах. И они должны защищать жертву такого языка ненависти. Пожалуйста, переведите для меня еще вопрос на белорусском, Наталья. Да, сейчас я его озвучу. About children. Да, он касается прав детей белорусов, которые покинули страну вместе с родителями. И в Беларуси таких детей разыскивает милиция. Она обращается к родственникам, которые остались в Беларуси. Милиция говорит, что дети эти находятся в уголовном розыске. Может ли внутренний розыск детей в Беларуси выйти за пределы Беларуси? И каковы могут быть, не знаю, последствия, процедуры? Что касается международного законодательства, конвенция по правам детей применяется к любым детям до 18 лет. То есть действительно есть несколько проблем, о которых я писала в предыдущих отчетах, связанных с подростками Беларуси, молодыми людьми, которые оказались в ситуации, где они подвергаются уголовному преследованию. Это включает в себя молодых людей, которые приняли участие в
мирных протестах или, скажем, использовали у себя в одежде или на волосах так называемые запрещенные цвета бело-красно-белые, тот факт, что их сейчас ищут правоохранительные органы, мне кажется, очень циничным. И, конечно, их статус требует незамедлительной оценки и внимания, поскольку нужно помнить также, я писал об этом в своем отчете для Государственной, для Генеральной Ассамблеи в 2020 году, правосудие в Беларуси очень сильно страдает, особенно когда мы говорим о правах несовершеннолетних. И не существует специальной системы юстиции для несовершеннолетних. В данном случае молодые люди эти подвергаются дополнительной опасности. К сожалению, их права нарушаются, и есть большой шанс, что их права не будут соблюдаться, если они вернутся в Беларусь, эти несовершеннолетние белорусы. Мы заметили, что права этих белорусов в рамках конвенции не соблюдаются. Это, конечно, нас беспокоит. Для этого они нуждаются в дополнительной защите в изгнании. Благодарю, госпожа Марин. Возможно, вы могли бы оставить свой рабочий контакт для журналистов, по которым они могли бы с вами связаться и задать какие-то уточняющие вопросы, в том числе касательно доклада. И, в принципе, у нас уже закончился час. Если у вас еще есть время, мы можем озвучить вопрос. Если уже лимит закончен, тогда мы будем завершать. Пожалуйста, сориентируйте. Я смотрю вопрос от Ирины. Вопрос о несовершеннолетних, которые могут повернуться призывы, которые покинули Беларусь. Тут более конкретный вопрос, конечно, с точки зрения международного права, свобода совести, включает в себя свободу отказа служить под флагом какой-то страны и найти альтернативную военную службу, которая включает в себя право отказаться служить с оружием в руках или использовать его. Это единственное, что я могу сказать. С моей точки зрения, это фундаментальное право и является ли человек несовершеннолетним или уже совершеннолетним, которому больше 18 лет, находится ли он в Беларуси или покинул страну, опасаясь нарушения своих прав. Опять же, это подпадает под ситуацию, когда люди вынуждены покинуть страну из-за того, что нарушаются их права человека в Беларуси. Уточнение, да, уточнение. О привлечении таких лиц к уголовной ответственности за уклонение от службы. Yes, I understand. Существует большое количество людей, которые являются жертвами нарушения прав человека, но, тем не менее, которые этих нарушений не совершали, которые находятся в изгнании, поскольку в другой ситуации они бы подверглись уголовному преследованию. Единственное, что я могу сказать в данном случае, это что я надеюсь, что третьи страны, в которых эти люди находятся, в курсе этой ситуации, и если они согласятся на запрос экстрадиции, так называемых преступников в Беларуси, они должны знать, что существует более высокий принцип права человека, что
вы не должны возвращать человека, который может подвергнуться ненадлежащему обращению. Поэтому я надеюсь, что если такая ситуация возникнет, если отказники подвергнутся такой опасности, их власти этих стран не выдадут Беларусь. И у нас в чате еще есть вопрос от господина Расмуса Олсена. Если у нас есть еще 2 минуты, можем ответить. Yes. Если уже совсем, будем завершать. The question from Rasmus Olsen. Вопрос от Расмуса Олсена. Мы получили информацию о том, что совершается преступление. Информация о изнасилованиях, совершенных российскими солдатами. К сожалению, мы не смогли проверить эту информацию. Из того, что мы знаем, жертвы в какой-то момент чувствовали, что они не могли предоставить свидетельство или подписать форму соглашения для того, чтобы мы могли работать с этим. И это означает, что мы не можем требовать, и они не могут, конечно, требовать справедливости в Беларуси и компенсации. Конечно, это все выходит за большие рамки белорусов, Беларуси, и очень часто жертвы изнасилований не получают надлежащего обращения, потому что полиция не хочет принимать от них свидетельства. И в данном случае это не важно, где было совершено преступление и в какой стране, это ситуация по всему миру такая. Все, кто хотят дополнительно со мной выйти на контакт, пожалуйста, используйте для этого имейл рабочий. С электронной почты, которую я написала в чате. Пожалуйста, не злоупотребляйте. Я буду рада ответить на конкретные вопросы со стороны представителей СМИ, если у меня будет время. Опять же, я это делаю в свое свободное время. Уважаемый спикер, уважаемые участники, к сожалению, наше время закончилось. Огромное спасибо всем за то, что задавали вопросы, за то, что присоединились и в том числе нашли время. Мы завершаем и остаемся на связи. Огромное спасибо.